Я снова рад вас всех приветствовать на канале «Хороший день». С вами Марат. Сегодня мы с вами будем разбирать отдельные элементы выживания. И я обещаю вам, что будет интересно. Оставайтесь с нами. И заранее спасибо за ваше внимание. Давайте я вам так скажу. То, что по легенде я заблудился в лесу. Мне необходимо переночевать, сориентироваться, добыть огонь, пропитание и воду. Первое, что я сделаю, это покину лес. Здесь по-любому должна быть какая-нибудь опушка, может быть поле. Там я буду у всех на виду, меня кто-нибудь издалека увидит. Может лесник какой-нибудь проедет и окажет мне помощь. Буду искать выход из этого леса. Так, гуляя по лесу, я увидел заросшие следы автотранспорта. Скорее всего, это лесники. Необходимо выбрать одно направление и двигаться. Пожалуй, выберу я направление выхода из леса. Сегодня солнце хорошо светит, поэтому мне желательно прикрыть голову от солнца. Я забыл свою кепку на месте лагеря, от которого я отбился, поэтому я буду использовать для прикрытия своей головы свою футболку, сделать из него бандану. В полдень самое время сориентироваться. Объясню вам сейчас, каким образом. Нам необходимо стать спиной к солнцу так, чтобы наша тень образовывала перекрестие. При этом руки надо нам развести влево и вправо. И тень от вашей головы укажет нам на север. Левая рука, соответственно, на запад, правая рука на восток. И еще очень интересная находка здесь. Оказалось, прямо под ногами. Полиэтиленовый пакет. В условиях выживания вещь незаменима. Я беру с собой его. Я принял решение начать разбивать лагерь. И это место я выбрал не случайно. Во-первых, максимально подходящее место. Много валежника рядом. Из всего этого я буду строить себе укрытие на ночь. И сейчас первым делом моя самая главная задача, так как период летний, добычи воды, чем я сейчас и займусь. Я вот не подумал, надо было туда еще положить зелень. Вот я сейчас что сделаю, немножко приоткрою и положу туда зелень. Потом закрою все это дело. И зелень даст еще больше влаги. Внутри получается парниковый эффект тепличный. И где-то к окончанию дня там будет у нас вода. Так, для оборудования нашего навеса, шалаша, нам изначально нужно сделать лежак, где мы будем лежать, чтобы не быть на сырой земле. Жерди я подготовил заранее. Штук 5 длинных жердей вот лежат. И покороче, штуки 4, это будут наши поперечные жерди. Сейчас я сложу из них лежак.
пиджак мы сделали. Теперь нужно нам сделать верхний навес для защиты от дождя. Я заранее приготовил еще несколько штук длинных жердей. Сейчас буду устанавливать этот навес сверху. Так, за торчащие ветки цепляем пару штук поперечных балок. Это для того, чтобы защиту от дождя можно было закрепить, чтобы не провалилось ничего внутрь. Прошу любить и жаловать. Свербига. Съедобное растение, очень вкусное, напоминает редьку. Съедобен у нее стебель. Перед этим его очистить, убрать листья и употребить в пищу. На полях не редкость встретить конский щавель. Это съедобная трава, у него большие, как лопух, листья, отличается кислинкой. Поэтому в экстренных случаях его можно употреблять в пищу. Не надо брезговать, это отличный источник белка для нашего организма. В условиях выживания ничего лучшего, как насекомые, вы не найдете. Ну, если, конечно, вы не охотник, не умеете ставить силки на маленьких пушных животных, что вряд ли. Поэтому в условиях выживания самый лучший рацион для вас – это насекомые. Муравьи, они еще к тому же и вкусные. Это, можно сказать, десерт. Вот в области шведского стола, который состоит из насекомых, то муравьи – это как десерт. Самый лучший труд для разведения огня – это береста. Вот этот, самая тонкая, которая как шелуха. Я взял сухие ветки, хворост его еще называют, сделал из него гнездо, внутрь положил труд. Это все в учебных целях. Сейчас нельзя жечь костры в лесах. Браслет выживальщика, так называемый. Я им уже не раз пользовался. Сейчас покажу, как все происходит. Настало время проверить, сколько воды мы смогли сегодня добыть. Вот посмотрите, видите, вот пакет, он как парник. В нем скапливаются вот эти вот капельки. Сейчас я немножко помогу, может какие-то капельки там еще хотят упасть. Три глотка могут стать для нас решающим моментом. Я думаю, что на сегодня видео можно завершать. Кое-какие элементы выживания мы с вами разобрали. Огонь добыли, конечно, таким способом добыли. Но что вам мешает носить вот этот, я даже так скажу, я рекомендую вам носить этот браслет, когда вы идете в лес в поход. Воду мы добыли, хоть немножко добыли, но все-таки она есть, эта вода. Еды в лесу много. Съедобные растения, насекомые. Я с вами на этот раз прощаюсь и рекомендую вам подписаться на этот канал, потому что следующие видео будут в этом же духе, только с другими условиями. Если вам видео понравилось, обязательно поставьте лайк. Я с вами прощаюсь, до свидания.